Весна, время обновления. Обновляются и обмываются столбики дорожные. Это я напротив Нойс-лагерь. Следующему переезжает автомобильчик, к следующему столбику, надеюсь, видно, я несколько увеличиваю. Вот, начинается работа. Забор, за забором расположение Нойс-лагерь. Не планировал, нечаянно я увидел этот автомобиль. А раньше встречал, как-то не было нужды его запечатлевать. Давайте подъедем уже, раз мы начали. Посмотрим на КПП. И на этом закончим. Сегодня 9 марта 2016 года. Вот КПП. Нойс-лагерь было, сейчас только ворота остались, можно заглянуть через ворота. Вот мы заглянули, все это снесено с правой стороны, центральная дорога, вот большой замок. Но наша цель сегодняшняя была не Нойс-лагерь, а именно автомобиль, который мы в столбике. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч.